Одна женщина в интернете оставила такой отзыв. Недавно побывала в Сочи. Прошу компенсировать моральный ущерб за замену отеля. У меня было 3 звезды, мне поменяли на 5 звезд. Еще и все включено. В итоге я поправилась, и от меня ушел муж. А если бы она побывала на Юморине, какой бы отзыв она написала? Ну, я была на Юморине, видела Успенскую, Лепса, Михайлова. Стоп. Много аплодировала, похудела. Погоди. Этих артистов нет на Юморине. Ну и что? Зато на Юморине есть замечательный, прекрасный пародист, который представляет всю россыпь звезд эстрады. На сцене Андрей Баринов. Привет, Юморина. Мы привыкли видеть артистов на сцене. Для нас они звезды, но в обычной жизни они такие же люди, как и все мы. И я, как пародист, просто обязан сегодня вам рассказать о обычной жизни наших рок-звезд. И давайте представим, что Владимир Шахрин из группы «Чайф» приехал в Сочи на отдых под ваши аплодисменты. Сегодня солнце жжет так больно, сегодня волны бьют так больно, сегодня все мне очень больно, усну я на пляже. Зачем на себе комара прихлопнул, зачем я друга старого обнял, зачем прыгал я на батуте, мне так больно. Какая боль, скорее в первый день на пляже. Вот такая история от Владимира Шахрина. Но кто-то предпочитает экзотический отдых. И вот, например, группа «Звери» отправилась в дикие джунгли за дикие деньги. Встречайте! Совсем не ладно, здесь телефоны, повсюду мелкие аборигены, зато огромные тут бегемоты могут ногу откусить по колено. Я буду думать, что все обойдется, что в джунглях я доживу до рассвета, что кобра мимо меня промахнется. Все, что меня касается, все, что меня касается, все это так кусается, блин, кусается. Мужские посиделки до утра. Как эти посиделки приятны? Особенно шашлычком, да на даче. Но чтобы поехать на дачу, нужно правильно выбрать время, потому что если пойдешь на дачу в мае, то будешь маяться в пробке. И в такую ситуацию попал Гарик Сукачев! А за окошком месяц май. Стою я в пробке 3 часа, эх, скорей проезжай. И все на нервах мужички. Ведь протухают шашлычки. Вот мы доехали, ура, доставай, наливай. Какие нафиг шампура, прямо в угли бросай. Сырое мясо не беда, так его ты голодай. Обратно надо нам в Москву, ведь кончается май. Эх, только в пробку бы не попасть, я прошу, трижды сплюнь, чтобы не ехать нам в Москву весь июнь. А весь июнь. Вот у нас в России мужчины знают, как не попасть в пробку. Нужно просто откупорить другую пробку. Но не все мужчины такие. Есть даже те, которые ходят сами на рынок. И один из таких – Илья Лагутенко. Группа «Метро». Встречайте! С
гранатами в корзинах, с деньгами в руке. Здесь что-то все кричат на незнакомом языке. Возможно, я по-русски один здесь говорю, поэтому я лучше всех на рынке продаю. Подходим, подходим, подходим. Я даже вам еще почищу. Наша родная, привет, Хамаска. За килограмм две тысячи. Спасибо! Но есть те, кто предпочитает материальным ценностям семейные. Например, Сергей Мазаев повел своего сына на костюмированный утренник. Карабас, барабас, опрокинул бас, Винни-Пух на окне висел. Богатыри енот уронили торт, мушкетеры вон с полу ел. Бэтмен и Супермен, улучив момент, подметали Чебурашкой пол. Гена крокодил очень громко ныл, когда сам себя укусил. Первый раз, первый класс, школа маскарад устроила для вас. Первый А, первый Б, как найти-то своего в этой гурьбе? За последнее время в Сочи все стало красочно, особенно цены. И об этом вам расскажет Лёва Би-2. Большие горы, да, шикарная еда. Одна беда, бабла здесь нужно море. Да, подъем не в гору стоит тысячу. Подъем не да никто не ждет. Заканчивается большинство рок-песен, и я сегодня не буду изменять традиции и пожелаю вам хорошего, теплого вечера. Спасибо, ваш Андрей Баринов!